Ребят, всем привет! Давайте сейчас сделаю вам рум-тур нашего номера. Вот, значит, здесь вход. Так, вот здесь написано сразу время выезда. И написано не передвигать мебель, стулья при сдаче номера, чтобы все было на своих местах, за собой убрать посуду и сдать в чистом виде. Но в чистом виде имеется в виду, что мусор, бумаги, такое. Полы здесь моют девчата сами, такого здесь нет, чтобы заставляли мыть полы, как в Топаре мы отдыхали. Вот, поэтому с этим здесь нормально. Здесь стоит сразу на входе вешалка. Здесь наши вещи, просто поставить некуда. Здесь можно ставить обувь, можно туда вовнутрь что-то поставить, в тумбочку. Здесь тумбочка такая большая, можно сумку убрать. Так, вот, значит, здесь с правой стороны у нас туалет с душем. Сейчас я вам его тоже покажу. Здесь две односпальные кровати. Вот такая тумбочка прикроватная, как чайный столик, кофейный столик, можно сказать. Телевизор здесь висит, но телевизор нам не нужен, мы его даже включать не будем. Вот, холодильник стоит небольшой. Кстати, здесь под ногами ковер лежит. Не знаю, по нему босиком ходили или нет, поэтому мы рисковать не будем. Босиком по нему ходить мы, конечно, не будем. Мы просто ковер уберем и будем ходить в тапочках. С этой стороны здесь стоит тоже вот такая тумбочка и стоит платяной шкаф. Давайте посмотрим, что в шкафу. Так, ну да, шкаф платяной. Здесь вот, только единственное, почему-то вешалок нету. Здесь вот одеяло, если кто-то захочет, полочка. Ну, сейчас мы сюда уберем свои сумки, чтобы они не валялись на проходе, не стояли. И стоит вот такой небольшой холодильник. Так, сейчас по краешку пройду и... Вот здесь есть чайник, есть светильник, вот кружки, ложки, чайные, большие. И вот такой небольшой холодильник. Холодильник, кстати, работает. Да, он работает, потому что морозилка замороженная. Так, холодильничек чистенький. Все в порядке. Все, он рабочий. И работает, да, включен. Все, чайник нужно будет, мы можем включить пульт. И вот такое окошко. Окошко с еврооткрыванием. Можно открыть полностью, если мы захотим створку, можно так открыть, разницы нет. Я думаю, что сейчас, наверное, мы так откроем ее полностью, чтобы немножко проветрилось, потому что очень жарко. Вот такие шторки висят, тюль такой. И вот в потолке вот такой плафон. Помните, я в Топаре, когда вам показывала видео, висела лампочка Ильича, я еще сказала, лучше бы какой-нибудь плафон повесили. Ну вот в этом случае, видите, как раз плафон и висит, и вот лучше бы, конечно, они сделали вот точно так же, повесили такой наподобие хотя бы какой-то плафон. И сейчас я вам покажу туалет и душ. Свет вот включила я здесь, вот в коридоре горит, и вот там горит. И сейчас покажу вам туалет. Вот здесь вот такая, не душ-кабинка, душ, вот такой душ с поддоном. Ну, правда, поцарапанный уже, ну, что поделаешь. Людей много отдыхает здесь, поэтому вытяжка работает. Такой же светильник в потолке. Водонагреватель висит, титан, вот Ariston. Ну, большой, кстати, на 80 или на 100 литров, точно не могу сказать, но большой. Так, здесь унитаз. Здесь, кстати, сразу туалетная бумага, аж две штуки. Здесь туалетное мыло, руки мыть, зеркало и, ну, и мусорное ведро, соответственно. Ну, вот такой вот у нас номер. Вытяжка работает, все хорошо, запахов никаких посторонних нет. Все замечательно. Вот. Вот такой, в общем, у нас номер. И сейчас я выйду, покажу вам как раз коридор. Вот. Так, здесь свет нужно включить. Нет, что-то не горит. Разберемся со светом, почему не горит. Ну и вот здесь сразу покажу, вот это выход на улицу, получается наш номер вот здесь сразу, и здесь сразу выход на улицу и лестница на второй этаж. Так, есть. И с этой стороны здесь столовая, и вот здесь, точнее там кухня, здесь столовая, вот здесь люди кушают, но я их снимать не буду. В прошлый раз, когда самый первый раз мы с подругой приезжали, мы жили вот в этом номере, в первом. Вот.
Номер у нас с трехразовым питанием. Но так как мы сегодня приехали в обед, у нас обеда уже не будет, у нас будет только ужин. А с завтрашнего дня у нас уже будет завтрак, обед и ужин. Но мы об этом знали, поэтому мы подготовились, взяли с собой тормозок. Мы сейчас поедим и пойдем на пляж. И вот такой у нас корпус, сейчас покажу. Это корпус А. Вот. Такой корпус. Он двухэтажный. И потом покажу дальше. А там, сейчас сразу покажу, здесь можно вешать свои вещи после того, как вы пришли с озера. Вот здесь прачечная, они вешают белье. И вот здесь вы тоже можете прийти после того, как искупались, и повешать здесь свои вещи, чтобы они высохли. Можете даже что-то сполоснуть и повесить. Ой. Так, и вот сразу еще покажу. Постельное белье нам выдали сразу. Вот здесь идет пододеяльник, простыня, наволочка и полотенце. Полотенце большое, банное. Вот, одеяло, подушка, все на месте. Ну вот, и потом пойду покажу вам территорию. Не надо его сопровождать. Вот такой, ребят, красивый закат. Были тучки, мы пришли на пляж. А сейчас небо голубое-голубое, чистое. Вот только тучи там вот в конце ушли, туда ушли. Но хочу вам сказать, вода сегодня как парное молоко. Просто шикарная вода. Мы 2 часа в воде просидели, даже не выходили ни разу. Было просто классно. Вот такой красивый закат. С того, как мы искупались в озере, мы пошли на ужин, сходили на ужин и пришли на дискотеку. Дискотека, правда, платная. Если вы приходите до 9 часов, то 1000 тенге вход. Если после 9 часов, то 2000 тенге вход. Не знаю, с чем это связано, но так как есть. Вот. Мы потанцевали, повеселились, потом пошли еще раз прогулялись просто. Уже до номера пришли к себе. И у нас там была своя дискотека, она была дольше. Эта дискотека была в будние дни до 10, в выходные дни до 11. А у нас на зоне отдыха была в будние дни до 11, в выходные дни до 12. Вот такая красота. Вот это вечерний Джасыбай. Здесь вот все гуляют, катаются на карусельках, на качельках, на самокатах, на велосипедах. Тут есть такой красивый олененок, сейчас я вам покажу. Вот такой ночной Джасыбай. Здесь очень много народу, все гуляют, и дети, и взрослые. Вот сейчас покажу красивого олененка, машинка такая с оленями светящаяся, очень красивая. Сейчас вот она. Вот катаются детки на ней. Машинки там вон, светящиеся шарики, все работает, мороженки, пироженки, вот. Все гуляют, вот машинка с оленями, красивая. Ребят, всем привет! Вот мы идем на пляж. Небо сегодня опять тучки. Ну, ничего страшного, нас это не пугает. Гром периодически гремит. Народу еще мало. Вот такая красота. Единственное, что здесь плохо, то что вместо песка здесь балласт. И по нему не очень удобно ходить. Он немножко колется. Ну и, конечно, периодически попадается мусор. Где-то стеклышки, где-то окурки. Люди у нас, конечно, поросюшки. Вот. Ну, вот так вот красиво. Вот, посмотрите, скалы. Мы потом пойдем на них туда полазим, пофоткаемся. Вот, покажу сразу везде вокруг. Вот это все вокруг скалы. И озеро находится посреди скал внизу. И вот мы здесь.
Мы пойдем купаться сейчас. Вот здесь вот есть такая веревочная дорога. Здесь можно поиграть в футбол. Вот здесь вот туалет, душ стоит. Вот. И вот эта веревочная дорога, которая они вот здесь спускаются. Вот по этой веревке, а там спуск. Потом вот есть для скалолазов стена. Есть катамараны, очень много катамаранов. Лодки есть, можно покупаться. Потом есть вот такие шары, вот прозрачный шар, большой такой. Вот. Туда вовнутрь залезают, детки их катают. Есть вот такие водяные горки. Сейчас покажу. Жилеты. Это все, правда, в аренду сдается. Вот. Лежаки тоже сдаются в аренду. 500 тенге один лежак. Есть, вот есть, продают круги, жилеты. Вот, слышите, гром гремит. Лодки. И вот такая горка для детей. Она тоже платная. Тоже детки туда залезают, там катаются. А вот мужчинка пошел по веревочной дороге. Ну, это для экстремалов, для любителей экстремального спорта. Вот они там занимаются. Я вам расскажу одну историю про катамаран. Как-то мы ездили отдыхать с сестренкой, с детьми. И решили покататься на катамаранах. А вот там вот вдалеке, прямо если смотреть, есть маленький остров. Его вот так не видно. Остров любви называется. Его видно только с другой стороны, сбоку. А когда прямо на него смотришь, его не видно. И мы решили оплыть на катамаране этот остров любви. В общем, пока мы плыли, мы все сгорели. Это было очень тяжело. В итоге, кроме сестренки, она высокая. До этих педалей никто не дотягивался толком. В общем, намучились. Еле-еле доплыли назад. И было очень-очень жарко. Мы все сгорели. Есть вот там вышка. С нее прыгают детки. Ну и вот так вот. Вот. Красота. Очень люблю здесь отдыхать. Вода вчера была очень-очень теплая, как парное молоко. Сейчас вот дождик немножко моросит. Сейчас пойду в воду, посмотрим. Ребят, хочу вам показать водичку. Посмотрите, какая чистая вода. Смотрите. Видно ноги. И вот так я вот захожу по шею. И видно дно вообще. Вода шикарная, чистая. Вообще здесь радоновые источники. Поэтому вода здесь еще и полезная. Здесь даже рыбки плавают. Сейчас, если увижу, я вам сниму рыбку. И они прям близко-близко к берегу подплывают. И даже иногда за ноги кусают. Если увижу, сейчас покажу. Как раз только заходила, и была рыбка как раз в воде. Сейчас попробую найти, вам показать. Посмотрите, какая чистейшая вода. Очень здесь хорошо. Вода теплая-теплая, прям как парное молоко. Гром гремит. Уже говорят, третий или четвертый день здесь гремит гром. Но дождь так и не пошел. Но это хорошо, потому что не хочу, чтобы пошел дождь. Пусть будет теплая погода, пока мы отдыхаем. Но хотя здесь, даже когда идет дождь, все равно тепло. И вода, мне кажется, становится еще теплее. Вот, смотрите, там уже вот здесь становится темно. Там и туча. И если пойдет дождь, конечно, блин, не очень будет хорошо. Придется уйти с пляжа. Если будет сильный ливень, ну, будем надеяться, что нет. Вот такая красота. Классно здесь. Я бы отсюда, наверное, не уезжала никогда. Так, и мы еще планируем экскурсию. И если все нормально будет, мы поедем на экскурсию и обязательно вам покажу, куда мы поедем. Ну все, я пойду плавать. Так, рыбка, рыбка, плыви сюда. Вот они, вот они, вот она. Вот она плывет маленькая. Блин, боится, уплыла. Уплыла рыбка. Вот она. Сейчас.
рыба, плыви ко мне. Вот она сейчас выплыла, взяла себе ножку какую-то сверху воды и опять нырнула. Сейчас я пытаюсь ее догнать, но она от меня прям уплывает. Вот она сейчас еще раз вынырнула. Сейчас я попробую ее приблизить. Наверное, вряд ли получится. Вот она опять сейчас выплывала. Ну ладно, за рыбкой я все равно не угонюсь. Слушайте, какой гром гремит. Громыхает, прям громыхает. Ребят, хочу вам показать. Смотрите, какое становится небо. Оно прям становится темным. Его затягивает тучами. Гром гремит, прям громыхает. Но это так красиво. И теплая-теплая вода. Она прям как парное молоко. Она прям, слушайте, как гремит. Это, блин, так здорово, такой грохот, вообще так красиво все, просто супер. Здесь, ребят, у нас существует еще такая легенда. Вот эта скала напоминает форму девушки, форму баян. Когда-то было два друга, Сарыбай и Карабай, с детства они поклялись поженить своих детей. Но Сарыбай умер, не дождавшись рождения сына. Но подрастающие козы и баян все-таки влюбились друг в друга. Но Карабай поменял свои жизненные планы и пообещал отдать свою дочь за местного палуана Кадара, который спас его Атару. Но баян схитрила и попросила, чтобы выйти за него замуж, что он должен вырыть ей колодец с ключевой водой. Кадар принялся за работу, и чем глубже он углублялся, держался за волосы баян. И неожиданно баян отрезала свои косы, и Кадар провалился в бездну и погиб. И тем самым она отомстила за козы Карпеша. И на его могиле она заколола себя кинжалом. И вот по легенде гласит, что вот эта скала, это лежит баян. Ребят, смотрите, тучи все ближе и ближе на нас надвигается, прям небо прям черное-черное стало, смотрите, оно гремит, громыхает, молния сверкает, ну да, мы не уходим, как стойкий оловянный солдат, мы никуда не пойдем, мы все равно будем здесь, будем купаться. Вот там прям, смотри, дождь прям идет, да. Смотри, там прям белое стало. Смотрите, ребят, вот здесь вот в этом месте прям идет дождь, там прям стало белое-белое все. Это сейчас он, значит, будет сюда, и будет шум воды. Сейчас будет слышно. Я сейчас прям вам сниму. Но мы все равно не уйдем. Мы будем здесь, мы будем сидеть, будем смотреть. Погода классная, шикарная. Несмотря на то, что вот эти тучи, все серое, прям черное. Но все равно это красиво, это классно, это круто. Вода теплая-теплая. Это так необычно, ребята, это так красиво, так круто. Первый раз такое вижу, чтобы вот так вот дождь шел. Вот туча движется, и там идет дождь. Это так близко от нас. Это красиво. Ой, запах дров пошел. Как, блин, вкусно пахнет. Самовар сейчас хотелось бы, да, с чаем? Да. Сейчас на воду пойдет дождь, и будет слышно шум воды, шум дождя. Какие тучи, обалдеть, посмотрите. Вот сейчас, ребят, когда большую скалу отделит туман, будет видно маленький островок. Вот этот островок и есть остров любви. Если сверху посмотреть, этот островок в форме сердца, поэтому он так называется. Да, там как будто кипит вода, ага, как будто вот вулканы там, как будто вот это все движется. Из-за скал оттуда поднимается вот эта туча. Блин, это так красиво. Сейчас я встану. Смотрите, ребят, это такое зрелище, прям вообще шикарно. Это так необычно, так красиво. И вот этот то ли туман, то ли что опускается на воду, или дождь это.
Вот прям вообще необычно. Первый раз такое вижу. Это очень красиво. А там вот солнышко. Здесь вот такие тучи. Сейчас, если это дождь, его будет слышно. Ветер прохладный. Становится. А вода горячая прям. Вот там, да, это туман, наверное. Вот там вообще прям туман, там ничего не видно уже. А здесь вот, вот он, остров любви, кстати, вот сейчас он отделился, видите? Вот там на первую скалу упал вот этот туман или дождь, что это. А вот это вот темное пятно, это вот это остров любви. Вот он сейчас отделился. Ребята, это пошел дождь. Это все-таки был дождь. Сейчас его прям слышно по воде. Он шумит. И стало прям холодно. Ветер поднялся, все убегают с пляжа. Мы, наверное, тоже сейчас побежим, потому что стало холодно. Это вот поплыла лодка, катер, спасатели. Там лодка уплыла. Когда была еще хорошая погода, и они не смогли вернуться назад. И вот спасатели поехали их спасать. Сейчас они их привяжут, лодку, на катере, и обратно притащат, потому что там они не справляются с управлением, не могут грести, течение уносит, дождь пошел еще, стало очень, ну, так прохладно, прям вода горячая, прям, а на берегу холодно. Вот. Вот они не справились, поехали спасать, сейчас притащат назад.